Я вот просто поражаюсь, некоторые смотрят на бюджетные деньги, как на бездонную бочку, что оттуда можно брать, брать, брать и требовать. Неважно, потом потратишь или нет. К концу года неиспользованных денег миллиардами остаются. И сейчас вот в ноябре-декабре начинают их расходовать, лишь бы израсходовать, чтобы следующий год база была большая, чтобы получить еще больше деньги. Гульжан, ты же опытный, со мной работаешь 30 лет в парламенте. Почему пропускаешь такие вещи? Ругаемся, поэтому ругаемся. Меня не приглашаю на совещание. Вот только ругаться вы любите. По Минсельхозу выделили...